Эй, Герман! Серьезно? Сдавайся, ты меня не поймаешь! Ты это уже говорил! Эй, Герман! Серьезно? Сдавайся, ты меня не поймаешь! Ты это уже говорил! Я тебе не враг, но ты меня притормозишь! Какой ты чуткий! Зачем тебе деньги, Герман? Тебе-то что? Да мне плевать! Просто пытаюсь поддержать разговор. Хватит болтать! Но было бы куда приятнее, если бы мы обрели душевную связь. А, я забыл. Души-то у тебя нет? Ну уж, и Герман, хотя бы говори со мной, так будет интересней. Герман! Что, ты отзываешься только на Шокера? Мистер Шокер! Эй, Герман! Серьезно? Сдавайся, ты меня не поймаешь! Ты это уже говорил! Я тебе не враг, но ты меня притормозишь! Какой ты чуткий! Зачем тебе деньги, Герман? Тебе-то что? Да мне плевать! Просто пытаюсь поддержать разговор. Хватит болтать! Но было бы куда приятнее, если бы мы обрели душевную связь! А, я забыл! Души-то у тебя нет? Ну уж, и Герман, хотя бы говори со мной, так будет интересней! Герман! Что, ты отзываешься только на Шокера? Мистер Шокер! Точно. Поговорим. Я сказал, хватит болтать. Понял. Герман, а зачем ты вообще грабишь людей? Полиция же следит за каждым твоим шагом. Да, ты туповат, но я не знал, что ты настолько туп. Наверное, дела у тебя плохи, и значит, ты крадешь не для себя. Наверное, ты с кем-то работаешь. Или на кого-то. Если не назовешь имя сам, я его из тебя вымью! Выбирай! Я все сказал! Быстрей, быстрей! Знаешь, Герман, как личность ты ноль! Но костюм у тебя классный. Обсудим покрой. Может, позже. Молодец, Человек-паук. Ты узнал о его мотивах? Пытался, но он молчун. И еще ненавидит меня. Да, и не только он один. Но ты ведь меня любишь? Я тебя терплю. О. Таких приятных вещей ты мне еще не говорила. Кажется, у меня появилось свободное время. Может, заняться той маской поподробнее? О, это Эмджей. Привет, Эмджей. Поздновато ты. Я только что смотрела новости. Похоже, у тебя было веселое приключение с Шокером. Ага. Он оказался неожиданно агрессивным. В любом случае, спасибо за ужин. Сколько я должен? Как? Насчет услуги? Та маска из галереи еще у тебя? Да. Я как раз иду в пир поговорить о ней с Мартином Ли. С Мартином Ли? Почему? Он доктор искусствоведения. Если кто и знает о происхождении маски, так это он. Держи меня в курсе. Как я и говорила, за всем этим явно есть какая-то история, и я намерена ее раскопать. Ну, да. Так значит, я могу звонить в любое время? Да, время, повод, неважно.
Значит, мы снова общаемся. Классно. Что с вами? Кармен, не со мной, с моим мужем, Родриго. Он странно себя ведет, и я узнала, что он встречается с женщиной. О, нет. В вопросах семейных отношений я вам не советчик. Да нет же. Мне кажется, она из дурной компании. Родриго грозит опасность. Он напуган, но мне ничего не говорит. Ладно, посмотрим. Когда у них следующая встреча? Сегодня вечером, у клиники в Гринвиче. Ладно. Не волнуйтесь, Кармен, я выясню, в чем там дело. Обернись. Клиника рядом. Кармен прислала мне фотку Родриго. Попробуем его найти. Это Родриго. Он нервничает. И женщина на подружку не похожа. Сфоткаю, может, Кармен ее узнает. Только попробуй что-нибудь утаить. Плохой ракурс. Надо встать напротив. Всплывет, мне конец. Тогда отдавай мне чертежи. Прекрасно. Да, вариант. Любопытно. Возьмите. Это же сам вот. Человек-паук. Держите. Воплоти. Возьмите. Паучи. Ну, возьмите. Вот это да! А, Человек-паук! Я большая фанатка. Любопытно. То, что надо. Ну ладно. И помни, если кому скажешь, я опубликую снимок. Чертежи? Все серьезнее, чем я думал. Надо тогда проследить за этой шантажисткой. Кармен, сейчас скину вам фото. Вы знаете эту женщину? Нет, впервые вижу. О чем они разговаривали? Похоже, она его шантажирует. Она упомянула какие-то чертежи. Муж работает охранником казино в Атлантик-Сити. Может, она планирует ограбление. Но мне нужно собрать больше улик. А если что, обращайся. Хорошо, я посмотрю, куда она повезет чертежи. До скорого. Еще одна жертва? Или соучастник? Нужно сделать фото. Я не вижу точек с хорошим обзором. Придется приклеиться к эстакаде. Нужен другой ракурс. Родриго всегда был тряпкой. Босс обрадуется. Дай-ка посмотрю.
Вот это я понимаю. Идеально. Мне пора на поезд. Не хочу заставлять его ждать. Сегодня мы сорвем большой куш. Это точно. Сколько людей тут замешано? Надо проследить за ним. В метро он меня заметит. Лучше отследить его сверху. Где он хочет сойти? Надо подрубиться к системе метро, узнать маршрут следования. Кармен, она встретилась под эстакадой с каким-то типом. Он вроде знает вашего мужа. Высылаю вам фото. Это Дишон, его лучший друг из колледжа. Пару лет назад его посадили за грабеж. Чертежи казино и бывший зэк. Не лучшее сочетание. Надо выяснить, кто еще в этом замешан. Для налета на казино им потребуется еще хотя бы водитель и взломщик. Я люблю фильмы про ограбление. Я уж понял. Если что выясню, дам вам знать. Приехали. Надо встать возле выхода из метро и дождаться, пока он выйдет. Он идет в офисное здание. Закрыт. Он уже поехал за взломщиком. Ладно, Роман готов. Мы уже опаздываем. Погнали. Они уезжают. Этих улик вполне хватит. Осталось задержать машину. Это кто? Человек-паук? Доставка угонщиков. Обожаю срывать планы.
Кармен, дружбан вашего мужа и его шайка не поедут в славный город Атлантик-Сити. Спасибо. Я поговорила с Родриго. На том снимке он за рулем в ту ночь, когда Дишон провернул ограбление. Но Родриго не знал. Думал, просто подвозит друга. У меня есть знакомая в полиции. Она ему поможет. Особенно, если он даст показания против шантажистов. Даст. Не то я покажу ему, что бояться надо меня, а не Дишона. Спасибо, паук. Очки мне не нужны с тех пор, как я получил силы. Всем сказал, что сделал лазерную хирургию на премию от Фиска. Полиция сообщает о серии краж со взломом. Жертва одной из них сегодня с нами. Что случилось, мэм? Ну, они проникли в мой магазин. Цветочный. Кому нужен цветочный магазин? Они забрали все. Я поверить не могла. Я думала, у нас безопасный район. Да и Человек-паук на страже. Дорогая моя, вот чем оборачивается вера в Человека-паука. Ему нужна только слава. А до таких простых вещей, как уж простите, кража со взломом, ему нет никакого дела. Не рассчитывайте на то, что он защитит вас. Для него имеет ценность только его огромное эго. Виноват! Красота! Новый снимок. Ты качаешься, или это типа... It's all good, Spidey. Don't worry about it.
наркотики и преступники. Одного без другого не бывает. О, такие маленькие, а уже в главаря играют. Прелесть. Фиск бы не выпустил этих клоунов на улице. Стоп, что это я такое говорю? Я что, соскучился? Нет! Вызываю все машины. Вооруженное ограбление. Всем машинам в Мадисоне. У нас происшествие. Джентльмены, боюсь, я вынужден просить вас уйти. Модное ограбление. А вот и ваш борец с преступностью. Уже почти утро. Мистер Ли скоро придет. Надо бы перекусить. Обычно в это время мистер Ли у себя. Как вы тут держитесь? Этот придурок считает, что я перееду к своей дочери. Было бы классно. Но она не предложила и не предложит. Я никуда не перееду. Не загадывай раньше времени, не стоит. Ну, я никуда не денусь. Обещаю. Здравствуй, Питер. Рестораны и продуктовые магазины — отличные партнеры. Всю лишнюю еду доставляют сюда. Питер,
Чем могу помочь? Простите, что отвлекаю, мистер Ли. У меня есть подруга Мэри Джейн, она репортер. Она пишет статью про рынок искусства и нашла вот это. Ей нужно мнение эксперта, а у вас ведь есть диплом. И, возможно, сейчас он впервые мне пригодится. Что ж, показывай. Любопытно. Где она нашла? Я точно не знаю. А что, что это? Копия маски из китайской оперы. Давно я таких не видел. Этот знак примерно означает демон. Демон? Мой папа читал мне сказки про духов в таких масках, когда я был маленьким. Я очень боялся. Слушай, Питер, эта маска, она может быть связана с опасными людьми. Мэри Джейн, лучше найти другой сюжет. Думаете, она в опасности? Я не знаю. К чему рисковать? Символ внутри маски означает демон. Мистер Ли здорово испугался, никогда его таким не видел. Он даже сказал, не стоит в это лезть. Как интересно. Думаешь, мистер Ли знает больше, чем говорит? Нет, больше похоже на какие-то неприятные воспоминания. У него было трудное детство. Ага, понятно. Демоны, значит, хорошая кличка. Так, я сажусь за статью. До встречи. Ну, все прошло почти так, как я надеялся. Я пока не нужен доку в лаборатории. Паучку пора поработать в городе. Всего лишь расследование Мэри Джейн. Не волнуйся, я скажу и будь осторожной. Прошу, скажи, что вы снова вместе. Мы снова общаемся. Уже что-то. Надеюсь, я не огорчил мистера Ли. Он просто обеспокоен. Меня тронула его забота. Ты ему нравишься. Он восхищен твоим стремлением помогать другим. Думаю, ты ему напоминаешь его самого в молодости. Вы оба сироты, оба очень умны. Да, я тоже им восхищаюсь. У тебя классный босс, Мэй. Барабайки! Люблю тебя, Питер. Сейчас будет больно! Алло? Питер, это доктор Октавиус. Привет, как дела? Капрал Декситер пришел на примерку. Я совсем забыл. В смысле, не то чтобы вообще забыл. Короче, скоро буду. Эти твои опоздания все регулярнее. Хватит уже, Паркер. Давай, соберись. Он прав. Как я мог забыть о времени? Черт. Вильямсбургский мост. Удобная дорога в места, которые мне не по карману.
степени. Нужны машины в нижнем ист-сайде. Это грабеж. Надо остановить их. Нападите на меня! Спойлер, будет сдача. Подозреваемый уходит на машине. Срочно проследуйте в Челси. На крышу! Молодой человек, я конфискую автомобиль! Вперед, Человек-паук! Даже придурок у тебя в автомобиле! Пора на выход! Усердно на нормальной работе, не пришлось бы становиться преступниками. Совет автомобилистам. Час пик в Манхэттене, это не шутки. Знаю, так нехорошо. Как она действует? Как настоящая рука. Подумайте, что хотите сделать, и... Да! Эй! Эй! Что вы себе позволяете?
Нарушение мер безопасности. Прекратите сейчас же! Это очень хрупкое оборудование. Ну все, я немедленно звоню мэру. Питер Паркер, как твои дела? Помяни черта. Мистер Осборн? О, ну хватит, сколько мы уже друг друга знаем. Я мистер мэр. Да, Норман, Норман. Норман, что ты, черт возьми, делаешь? В твоем соглашении на грант прописаны меры безопасности. И это не первое нарушение. Нам прощали? Мной. Мы должны были конфисковать все уже давно. Но у меня прорыв. Спасибо, что послужили на благо нашей страны. Эти ребята проводят вас в Ascorp Robotics, где вы получите современный протез. Бесплатно. Дело ведь вовсе не в безопасности, правда? Я пытаюсь помочь, Отто. Ты можешь продолжить работу в безопасном месте. А, в Ascorp. Ты всегда очень быстро соображал. Ты совсем не изменился. И ты тоже. Эй, Питер. Гарри возвращается из Европы в начале года. Может, вы наконец-то откроете дело, о котором столько говорили? Это превосходнейший шанс. Тише, тише, тише. Они же не забрали все. Мы сможем начать заново. Питер, какое там мы? Без городского гранта я не смогу тебе платить. Мне нужно подумать. На твоем месте я бы искал работу. Хотел бы я помочь Догу. Может, позвонить Гарри? Попросить его поговорить с отцом? Нет. Норман никогда не слушает Гарри. Даже пытался лишить финансирования его станции. Эй, одна из станций совсем близко. Надо узнать, как там дела, пока Гарри в Европе. Должен быть способ помочь Доку. Я что-нибудь придумаю. Гарри рассказал мне о них, прежде чем уехал в Европу. Пит, нужна услуга. Любимым проектом моей мамы всегда были городские научные станции. Я запустил их, но сейчас я далеко. А Скорб хочет закрыть их якобы из-за ненужности. Может, присмотришь за ними? Я в каждой оставил сообщение. Спасибо. Пока они есть в городе, в нем есть и частичка моей мамы. Что ж, денег я тут не заработаю, но для него это, похоже, много значит. Я сделаю все, что смогу. Еще пара станций сообщают о загрязнении воздуха. Приму меры, пока они не достигли, как это говорится, первого класса опасности. Может, Ascorp против этих станций, потому что сами превышают уровень загрязнения? В воздухе опасно много полициклических углеводородов.
И их все больше. Если так и дальше пойдет, будут смерти. Частицы собираются в точках концентрации. Получаются сгустки дыма. Прыгну сквозь такое облачко и соберу нужные пробы. Это гадко, но нужно прыгнуть прямо в эти облачка. Облачка видно невооруженным глазом. Значит, уровень токсинов зашкаливает. И готово! Взял отличные пробы. Ну, отличные пробы ужасной гадости. Могу перепугать этих людей, но им не привыкать. Ха. Токсин вырабатывают две модели машин и сломанный дымоход. Сделаю фотки. Здесь хороший свет. Отлично. Мой лучший портрет дымохода. Вышлю в департамент охраны окружающей среды. Может, на День Земли сделать костюм зеленого паука? Станция Гарри спасла многих горожан от отравления. Как теперь Оскорб докажет, что они бесполезны? Человек-паук. Шокер сбежал. Сейчас грабит банк на углу Ист и 31-й. Что случилось? Он вроде был в тюрьме. Был. Но один охранник выпустил его из камеры и отдал ему его костюм. Я знал, что Шокер на кого-то работает! Что сказал охранник? Я бы с ним поговорила, но он помер. Тот, кто вытащил Шокера, следов не оставляет. Этой глушилкой я сломал крылья стервятника. Жаль, что он их потом улучшил. Прошу прощения. И с какой стати охранник отпустил Шокера? Я бы с ним поговорила, но он помер. Тот, кто вытащил Шокера, следов не оставляет. Черт! Я посмотрела запись, охранник был словно в трансе. Может, это эффект освещения, но у него глаза будто светились. Жуткое дело! Приду в банк, постараюсь что-нибудь вытащить из Шокера! Пит,
Пит, я решила узнать больше про демонов. Похоже, они втихаря заняли вакуум, оставшийся после Фиска. Вакуум, который создал я, когда убрал Фиска. Джеймсон прав. Демоны — моя вина. А что тебе было делать? Позволить Фиску и дальше играть в крестного отца? У тебя все хорошо. Голос какой-то унылый. Похоже, я только что лишился работы. Город, точнее Норман, срезал финансирование. О, Пит, мне жаль. Будь Гарри здесь, он смог бы уговорить отца. Вы найдете другой источник средств. Ваша работа... Герман, как поживаешь? Эй, я не юрист, но ты не нарушил условия УДО? Упс, кажется, мы здесь застряли. Ну что, сыграем в города? Нет. Поборемся на пальцах? Ладно, бьем по морде. Ого, у тебя теперь цифровые наручи, да? Будь по-твоему, хочешь подраться? Давай драться! Скорее бы вернуть тебя в тюрьму, поболтать о науке. Помнишь первый бой? Я молодой и глупый. Ты просто глупый. Много болтаешь. Это твоя точка зрения. Разве уже есть стандарты, сколько человеку можно болтать? А каково идеальное соотношение болтовни и неболтовни? И как это измерить? Слова в минуту, слоги в секунду? Число слов, необходимых для выражения одной мысли. Все так субъективно. Вот некоторые говорят слишком мало. Например, о том, кто тот таинственный повелитель, кому они служат и все такое. Заткнись! Сейчас все будет. Да, а вот теперь можно врезать. Зачем тебе это, Герман? Потому что иначе они меня убьют! Надо попробовать по-другому. Раскайся, и я помогу! Первый бой. Я молодой и глупый. Ты просто глупый. Много болтаешь. Это твоя точка зрения. Разве уже есть стандарты, сколько человеку можно болтать? Да, а вот теперь можно врезать. Зачем тебе это, Герман? Потому что иначе они меня убьют. Не делайте. Простить-то надо. Вежливо! Лови! Раскайся, и я помогу! Ты правда хочешь помочь? Тогда не решай мне грабить! Нет, так не пойдет! Знаешь, люди в банки уже не ходят. Тебе повезло, что тут есть наличка. Если хочешь грабить банки, иди на биржу. Это самый сок. А, стой, 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 стой! А, нет! А, ну же, Герман! Скажи, на кого работаешь, и я правда все устрою. Если проболтаюсь, мне крышка. Это они тёзки сказали. Будет больно. Герман, ты меня пугаешь. Ты же не боишься людей? Не знаю, люди ли они. Под масками может быть кто угодно. Стой! Ты сказал маски? Ах!
Эти парни в масках! Зачем им деньги? Не знаю! Мне плевать! Закончу работу и свалю! Так, сейчас будет точно по морде! Сдавайся, и мы тебя защитим! Нет уж! Ты их не видел, а я да! Ты ублюдок! Даю последний шанс! Слушай, я серьезно! Стой на месте! Мне досталось больше, чем ему. Получай! Даю последний шанс! Слушай, я серьезно! Стой на месте! Тяжеленький шедевр. Ладно, я пошутил. Сейчас твой последний шанс. Даю последний шанс. Слушай, я серьезно. Стой на месте! Ладно, я пошутил. Сейчас твой последний шанс. Серьезно. Прекрати, а не то пожалеешь. Прости, Герман. Ты сам виноват. Честно. Он был очень сильно напуган. Эти демоны теперь объявились повсюду. Ладно, Юрий, шокер твой. Отлично. На плоту его ждет особая камера. Оттуда он уже точно не сбежит. И я почти уверен, что он работал на банду демонов. Банда демонов? Заголовок для Daily Bugle. Эй! Бьюгл — совершенно нормальное новостное издание. Я бы так не сказала. Говорят, у них есть очень хорошие репортеры. А у тебя есть другие отчеты о демонах? О людях в масках? Я тебе перезвоню. Кстати, там в банке ты сильно все разворотил? Тебе не понравится ответ. Зря я спросила. Драка с Шокером была долгой. Пора узнать, что новенького в городе.